Украинские войска вновь улучшили свое тактическое положение на фронте. Под Авдеевкой полностью освобожден один из поселков. Все детали расскажет наш спецкор Геннадий Вивденко. По нашим подтвержденным данным из наших источников, украинские войска полностью освободили поселок Верхнеторецкое, севернее Авдеевки, в Донецкой области. Он по Минским соглашениям должен контролироваться Украиной. Ранее поселок был разделен линией соприкосновения на две половины между ВСУ и оккупантами. В штабе АТО эти действия называют улучшением тактической ситуации. Мы можем укреплять свои оборонные позиции, можем переобладнувати их с метою того, чтобы військовослужбовці наши не постраждали. Але мова про порушення Мінських домовленостей йти не може. Сейчас украинские десантники сооружают новые укрепления. Окопуємо, облаштовуємо тоже, доставляємо им мешками, всем, чим є, щоб тільки були якось покраще, щоб не розсипалось і були міцніші якісь трохи. Стоїмо вроде так, як стояли. На новые позиции привозят солдаты необходимое оборудование. Местная почва глинистая и тяжелая в обработке. Используют бронетехнику. Наша техника вполне довозим ребятам все, что нужно. Боеприпасы и воду, и питание. Все нормально. С утра в Верхнеторецком было тихо. Местные жители вышли на улицы. Гуляйте, ну, вот я спокойно с внуком гуляю. После полудня, по данным нацполиции Донецкой области, боевики начали обстрел освобожденного поселка. Ранена 31-летняя местная жительница. Вражеским осколком в ногу. Раненую доставили в больницу. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук, Анатолий Воробей. Подробности. Телеканал «Интер» из Донецкой области.